Всем привет! В этом видео будем создавать модель вот такой вот раковины. Ну, приблизительно похожая на нее. Использовать будем инструменты Surface. Поехали! Для начала на виде сверху создам эскиз. Так, мне нужны некоторые базовые мои вот такие линии. С помощью сплайна соединю эти две точки. И задам здесь Horizontal and Vertical. Теперь симметрично отображу это сюда, а вот эти две линии симметрично отображу в эту сторону. Так, пропустил вот эту. Окей. Итак, мне немножко не нравится все вот это, поэтому я просто передвину эту линию и поиграю здесь с ползунками. Ну, пусть будет так. Окей. Хотя нет. Так, Edit Sketch. Теперь что мне нужно будет? Я сейчас создал этот внешний контур. То есть вот эту поверхность. Будем начинать с нее это делать все. Теперь на этой же поверхности есть вот такой вот вырез у нас. Поэтому давайте, чтобы все было достаточно симметрично. Так. Угу. Так, с помощью трима я все это уберу, пожалуй, лишнее. И вот так внутрь на минус 10. Окей. И вот из этой точки проведу. Так, теперь мне опять эта линия нужна. Дрисую линию здесь. Ну и соединю с помощью сплайна вот эти две точки. Так, только сплайна. Угу. Ну, давай же вот так. Здесь задам horizontal. А вот этот ползуночек мне нужно повернуть кверху. И вот этот кверху. Здесь задам vertical. И здесь вертикал. Так, удалю, пожалуй, половину, потому что не нравится мне. А я когда вот этот ползунок подгонял, мне кажется, я немножко нарушил симметричность у нашего вот этого. Так, зеркально теперь отображу вот эту кривую. А, ну вот такую вот штуку мы у нас получили. Перейду в Surface, использую инструмент Patch и просто выберу те контура, которые я хочу запатчить. Окей. Получил вот такую поверхность. А теперь мне нужна вот такая вот выемка. В принципе, я могу здесь строить на дополнительных поверхностях рейлы. Я уже показывал это в других видео. То есть и делать патч по рейлам. Я верну наш эскиз. Extrude. Проэкструдирую данный эскиз вверх. Так, отключу видимость. Оставлю только это кольцо. Использую патч. Вот мы видим, патч появился. Поставлю здесь галочку Edge Group. То есть все он объединил в группу и будет применять одни настройки для всех Edge. И поставлю здесь G2. То есть я могу менять этот коэффициент, собственно, и менять его вот так вот глубину некоторую. Пусть будет по умолчанию, здесь обычно стоит 0.5. Пусть 0.5 и будет стоять. Так, убираю видимость этой группы поверхностей и возвращаю нашу вот эту. Ну, что-то вот такое вот у нас здесь появляется. Соответственно, что у нас здесь есть? Мы можем применить к этому инструмент Stitch уже и добавить даже фильтров. Мы получим вот эти элементы. Также нам дополнительно необходимо получить вот эту кромку. Поэтому я предлагаю использовать Offset Plane и сместить все на какое-то значение. У меня это будет 5 мм. На виде сверху я создам проекцию вот этой поверхности и с помощью Offset смещу это тоже на минус 5.
миллиметров. Нажму Finish Sketch. У меня есть вот этот Edge, есть вот этот. И мне необходимо подредактировать, наверное, вот еще вот этот эскиз и добавить к нему офсета. Только уже 5 базовые и еще 5. То есть на минус 10. Нажму ОК. Finish Sketch. Посмотрим, что у нас здесь получается. Итого у нас есть. Угу. Так. Все-таки, наверное, сошью вот эти вот элементы. Окей. И спрячу их. Так, отключу вот этот вот эскиз лишний. И, в принципе, вот этот контур я могу проэкструдировать. Неважно, на какое расстояние. Сделаю это вниз. Соответственно, у меня появился раз луп, второй и третий. И есть вот такие базовые направляющие поверхности, которые могут нам помочь создать поверхность с кривизной G2. Так, что будем делать дальше? Выберу инструмент Loft. Отключу наши эскизы. Выберу вот эти 4 линии. Далее нажму плюсик и выберу вот эти 4 линии. Видим, что у нас появился такой лофт. Далее я нажму еще раз плюс и прокликаю еще вот эти вот 4 линии. Да, он пока дает ошибку, но пока это все не замкнуто. Есть 4 линии. Хорошо. Теперь посмотрим, получится ли у нас здесь применить настройки по курватуре, по кривизне G2. Да, вполне все это получается. Поэтому я жму ОК. Так, и уберу видимость вот этих элементов. И верну вот нашу раковину такую. Итак, получили с... Так, отключу видимость каноса. Получили вот такой вот элемент. В принципе, я сейчас нажму клавишу F. И задам скругление здесь. Ну, например, 7,5. Ну, и здесь пятерку, например. Так, получается? Да, получается. Итак, мы получили вот такую поверхность. Задал скругление. Попробуем получить теперь вот такие вот элементы. Так, для начала. Так. Отключу Canvas, включу патч и попробую запатчить вот эту поверхность. Нажму ОК. Так, могу ли я на ней создать эскиз? Да, значит она плоская. Что теперь мне необходимо сделать? Я сделаю Offset Plane. Здесь мне если было по десяточке, то здесь давайте сделаем двадцатку. То есть здесь сделаем десятку. Окей. И сделаю еще один offset plane на двадцатку. Окей. Создам эскиз на двадцатке, который я сместил. И с помощью клавиши P задам здесь проекцию. Нажму ОК. Finish Sketch. Так, вот. Видим, у нас есть раз контур, второй контур. И теперь необходимо создать еще один. Вот на этом эскизе я создам с помощью клавиши P проекцию вот этого эскиза. Нажму ОК. Далее применю инструмент Offset. И здесь сделаю 20. Так, 20 много, пожалуй, сделаю 10. Да, 10 будет, наверное, в самый раз. Нажму Finish Sketch. Теперь давайте посмотрим, если применю лофт к этим эскизам, то получится что-то вроде вот такого. Так, ну для начала мне нужно убрать наши все эскизы, все лишние поверхности. Так, раз эскиз, два эскиз и три.
Единственное, что здесь у нас нет таких настроечек, как по кривизне G2. Но, в принципе, это не особо, мне кажется, в этом варианте нужно. Хотя можно получить и поверхность. Ну, настроечки G2 здесь можно получить. Давайте я попробую это продемонстрировать. То есть у меня есть раз патчик. Далее я делаю второй патч. И вот уже если я буду между ними делать, пытаться лофт, то здесь у меня уже появляются мои настройки G2. Вот они. То есть он непрерывно пытается вернуться вот в эту поверхность и здесь вот в эту поверхность. Так. Нажму ОК. Мне, конечно, не очень все это нравится. Как-то давайте с помощью зебра-анализа. Но вот зебра показывает, что здесь ровная такая линия. То есть отражает он нормально все это. Хотя визуально как будто бы фейс сломано. То есть этот, грань. Не знаю, почему так происходит. Нужно поменять, наверное, настройки отображения. Итак, я просто убираю вот эти теперь свои два патча. Возвращаю. Так. Вот этот элемент. И с помощью стича все это сшиваю. Окей. Клавиша F. Ну и задам здесь какое-нибудь скругление. Так. Получилось здесь сделать скругление в 4 мм. Немножко подвис. Но в целом, на мой взгляд, получается неплохо. С помощью офсета нужно тангент убрать. Вот эту поверхность я офсетну вниз, например, на минус 10. Окей. Далее с помощью патча закрою вот эту поверхность. А теперь я сделаю сплитбади. То есть я вот эту поверхность разрежу вот этой поверхностью. Нажму окей. Так, отключу видимость, уберу вот эту поверхность и верну вот эту. В принципе, когда я все это сошью, у меня должно получиться твердое тело. Pad of Surface, Stitch, нажму ОК. Так, что-то пошло не так. И что же пошло не так? Давайте посмотрим. Так, ну понятно. То есть я разрезал вот эту поверхность, но я не разрезал свой патч. Поэтому попробую, значит, сделать сплит бади этой поверхности, вот этой. Да, не очень убедительно это получается. Поэтому мне нужно, наверное, сделать экструд этого контура. Теперь сделать сплит бади на этот контур extend и нажму ОК. Уберу этот профиль. Так, вот она просвечивается здесь внутрь. Уберу ее. И с помощью стич, ну, надеюсь, теперь получится твердое тело уже. Окей. Ура! Появилось наконец-то мне здесь твердое тело. Давайте с помощью клавиши F здесь, например, сделаю десяточку. Так, ну что тут не хватает, в принципе. Наверное, эта раковина будет ложиться на плоскую столешницу, там будет вырезаться какой-то контур. Соответственно, здесь необходимо сливное отверстие, ну и отверстие для крепления крана. Поэтому, ну, с помощью эскиза, клавиша P, сделаю проекцию всего тела. И вот от центра попробуем
Делать линию сюда и вверх. Окей. Соответственно, клавиша P, проекция, сделаю этот фейс кусочек. Только сделаю между двумя вот так вот линиями, получу центр, ну и еще одну окружность поставлю, которую я буду уже вырезать. Клавиша P, окей. Значит, выберу окружность по двум точкам, сделаю привязку. Так, two point cycle, правильно же вроде все делал. Так, раз, точка, два. Да, теперь я получил центр. И могу здесь начертить слив. Ну, пусть будет. С помощью клавиши D нанесу размер 15 миллиметров. Ну, а далее просто выберу инструмент Extrude. Выберу необходимые контура. И с операцией CAD сделаю вырез. Возможно, здесь можно добавить какой-нибудь шамфер, не знаю, там. Не на 5, а, наверное, на 4. Окей. Ну и кинуть два фильтра по троечке. Так, какие-то ошибочки выскакивают. Ну, здесь пусть будет двоечка. Ну, двойка много, пусть будет единица. Хорошо. Ну, вот такая вот раковина получилась буквально за пару минут. Посмотрим, как она будет выглядеть на рендере. Единственное, попробую накинуть на нее Paint Glossy белого цвета. И нажму Close. Выберу здесь Solid Body, то есть черного цвета. И вот мы с вами наблюдаем вот такую вот раковину. Итак, на этом все. Желаю всем творческих успехов. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До новых встреч!